Всем привет! У нас уже обед. Завтрак я сегодня не снимала. У нас была каша, так что там нечего было снимать. Все то же самое, фрукты, каша. Вот, и сейчас у нас обед, и нужно что-то готовить. А что я приготовлю, я даже пока еще не знаю. У нас уже 12 дня, между прочим. Кстати, очень люблю использовать овощечистку. Намного быстрее получается, чем ножом. Но я знаю, что некоторым неудобно, и они все равно чистят ножом. Но мне кажется, овощечистка быстрее получается намного. Так, для начала нужно подготовить кастрюльку, в которой я это буду делать. Так. Кстати, моя самая любимая кастрюля. Сколько она? На 5 литров. Она самая большая и самая классная. Налью сразу водички. В общем, так как я хочу приготовить побыстрее, сразу я водички немножко налила, сразу на огонь поставила. И теперь я буду нарезать овощи и по очереди туда нам выбрасывать. Ну, в общем, поехали. Я буду все резать мелко, чтобы быстрее приготовилась. Она протушится хорошенько. И успеет даже немножко развариться и развалиться. Вот такая будет подливка получится. Такая не водянистая, а такая немножко густая из-за крахмалистой картошки. Ну, как-то так объяснила. Я просто делала уже раньше, и это вкусненько. Ну, вот так вот, как на суп, я буду мелко сейчас резать. А лук постараюсь еще мельче. А морковку натру на терке. Кстати, я не умею мелко резать лук. Знаете, как я видела? Не дорезаешь до конца. Так вот, до конца не дорезаешь. Но у меня уже не получается. И чтобы не разваливался, сейчас можно нарезать. Видите, он не разваливается, да, но это надо подноровиться и научиться эффективно, быстро все делать. Так, ну смотрите, по-моему, неплохо, да. Ну и тут немножко закончить. Но это лучше, чем если бы я все разрезала, оно бы развалилось в разные стороны. Отлично, неплохо, неплохо, неплохо. Выбрасываем. Кастрюльку я имела в виду. А морковку я натру, потому что я не люблю, когда она крупная. Мне вкус уже совсем другой. А такая тертая в самый раз. А знаете, что еще можно сделать, чтобы подливка получилась еще немножко гуще? Я тоже так делала. Вот, берем картошку и пару штук тоже просто натереть. Но вообще лучше это делать не вручную, а с помощью комбайна. Я не знаю, почему я про него очень часто забываю. Ну ладно, уже буду вручную заканчивать. Ну и все остальное мелко нарезаю и забрасываю водичку. Кстати, нравится мне моя доска. Смотрите, как она гнется, классно. Очень удобная штучка. Вот так вот я беру и все аккуратненько забрасываю. Смотрите, как мои малыши любят сырую картошку есть, когда я ее готовлю. Они приходят и кушают сырую картошку. Да, Тёма? Артур тоже любит. Вот так вот. Вкусно? Давай я это порежу, а ты маленькие кусочки бери и ешь. Я не знаю, почему она им нравится, потому что мне точно не нравится. У кого еще детки едят нестандартно? Ну вот картошку сырую я не ела. Мне это точно не вкусно. Пальчики не сунь под ножик. Вот так вот. Не, я не дам тебе нож. Рано тебе еще. Все, нормально перемешала. Видите, воды почти нет, так я хочу, наверное, добавить немножко. Вот так вот, чтобы она виднелась и будет тушиться. Сейчас добавлю соль.
Ку-ку, Тёма, ку-ку. Сейчас закипит и на маленький огонь и под крышку. Пусть тушится. Масла не добавляла, и специи я добавлять не буду. Часто очень нравится такой более чистый вкус, потому что специями ты уже меняешь вкус. Правильно? Это, конечно, вкуснее становится, но это уже немножко не то. Вкус картошки, там, морковки, лука, это тоже очень вкусно. Так что попробуем сегодня так. Так, что у нас? Картошечка тушится. Прекрасно, запах уже такой вкусненький. И сейчас вообще хотела котлетки какие-нибудь сделать из бобовых. Но нет у меня ни нута отваренного, ничего у меня ни замоченного нету. И нашла он у себя на канале рецепт, сейчас посмотрела. Гуляш. Я делала гуляш из чечевицы вот такой вот и фарша соевого. Вот сейчас я его сделаю. Там, конечно, по рецепту зажип немножко лук поджарит, но я поджарю, да. Вот, пусть будет так. Так что будет у нас гуляш. Рассказывала, не рассказывала. Мне как-то Арина показала лайфхак, как сделать так, чтобы из бутылки очень тоненькой струйкой лилось масло. Вот эту крышечку, что снимаешь с масла, ее вставляешь внутрь, вот так вот. И масло льется очень-очень тоненькой струйкой. И это прикольно, вот смотрите. Видите, какая тоненькая, прикольно. Вот сейчас я буду резать лук и немножко пожарю. Хватит масла достаточно. И сделаем гуляш. Давно не делала, потому что я эти рецепты вообще забываю. И кто меня знает, тот знает, что я люблю на кухне находиться не очень долго, то есть побыстрее. Поэтому у нас еда в основное время очень простая. Проще даже, чем вот это блюдо. Так, а сою и чечевицу я буду сейчас промывать. Такая вот у нас соя. Мы такую покупаем. Кстати, другой нет, только одной фирмы у нас. Больше нет. Лук почти обжарился. В общем, пропорции на 100 грамм сои, 150 грамм чечевицы сухой берется пол-литра воды. И 1-2 столовые ложки томатной пасты. У нас такая томатная паста. Мы ее всегда берем в составе только томатная паста. Не знаю, кстати, пахнет классно. Вот, поэтому я томатную пасту так вот размешаю. И количество воды потом добавлю до пол-литра. И все, я буду тушиться так. Ты садись. Ну что, продолжаем. О, папа звонит, да? Наливаем пол-литра воды. Сейчас напишем звонок. Вот, и засыпаю чечевицу с соей. Да. Что там балуешься? Да. Соль. Артурчик решил повеселить народ, да, Артур? Ну и все, по рецепту все. Перемешаем и пусть тушится. Что, Артур, что? Что? Спрятался? То ли я не пол-литра воды влила, то ли я не знаю что, но здесь очень мало, придется подливать. Что такое? Что, со? Нету сока уже. Закончилось. Надо папе написать, чтобы он купил сок. Так? Ну что, 20 минут тушится под крышкой и будем пробовать, что получится. Артурчик хочет сок. Артурчик, сока нету, надо купить. Напишем сейчас папе, и он нам купит сок. Хорошо? Хорошо? Пошел лазить, да? У нас тут, в общем, пока еще обед не приготовился. Кусачка спит. Перекусик, яблочки, бананчики. Сочный перекусик. Кусачка, ты уже не спишь? Глаза открыла. Ну все, у меня почти готово. Только что натерла чеснок. Сейчас минут 5 потушится и все. И это тот редкий случай, когда я зелень варю. Вот сюда добавила. Вот мне показалось, что будет вкуснее. Все. И вот это почти тоже готово. Так, ничего не видно.
Главное, чтобы хорошо все проварилось, и это будет вкуснятина. И ура, сегодня Вова наконец-то утром починил весы. Слава богу, с ними все нормально, потому что Тёмка вообще налил туда воды. Так что все нормально, они работают хорошо. И сейчас, пока я тут на кухне, и пока там все спокойно, в комнате Тамарина с маленькими, я приготовлю кекс. Недавно я показывала рецепт. Кекс очень классный, вкусный. И рецепт очень простой. Сейчас я его испеку. Шоколадный Арине, как обычно, она любит. Ну, а на пюрешках. Там есть пюрешки, кстати, не очень вкусные. Я как-то взяла попробовать, когда брала Тёмочки. Пюрешка, фруктово-овощной микс. Очень фрукты и морковка. Не очень понравилось, поэтому я буду добавлять вместо масла растительного. У меня кекс вообще без капли масла. Вот эта пюрешка. Будет очень вкусненько. Мне тут помощник прибежал помогать. В общем, видите, оранжевый сразу кекс стал, потому что здесь морковка в пюрешке. Я разделила, а в эту половину будет какао добавлено. Вот Артурчик у меня. Та-да! Смазал, молодец. Та-дам, что сказал. Здесь у меня семечки. Посыпем себе семечки, Арина не любит. Подержи пакет, помоги мне, тут одной рукой неудобно. Вот так, держи, где мама, держи. Я его развяжу. Так, семечки где? Ага, тут у меня арахис, кешью, семечки. Нет, арахис не надо, с арахисом не очень будет. Давай, бери семечки и посыпай на дно. Я так делаю, потом они, когда поджариваются, получается классно, вкусно, они такие хрустящие. Сыпь. Угу. Все, и поставим кексы сейчас. И будет у нас уже и перекус с кексом, и еда будет готова. Еще на завтра хватит. Ну, а вечером что ж, мы будем что-то другое готовить. Ух, все, обед готов. Смотрите, какая картошка получилась. Видите, какая классная. То есть не водянистая. Вот такая вот вкусная. Соя с чечевицей тоже. С томатной пастой классная. Ну, и отдельно я нарезаю детишкам помидорки, огурчики. Они хотят кушают, хотят не кушают. В принципе, я не заставляю. Что хотят, то и кушают. Ну, из предложенного, конечно. Собственно, вот это мой обед. У меня огурчики, зеленый лук и масло. Я уже показывала, не рафинированное. Мне очень нравится вкус. Моя порция. Много сейчас не ем, потому что я знаю, что скоро будет вот это. В общем, у меня кексы готовы. Сделала два, видите, потому что Арина больше любит шоколадные. Ну, а все остальные... А Вова, кстати, не любит, поэтому... Арина ест свое, а мы свое. Так, солнце светит. Ну-ка, кексики. Смотрите, какие они классные, пористые. Я их только достала, пусть остывают. В общем, когда они холодные, они еще вкуснее. Папа, посмотри, как они катаются. Это капец. Два голыша. Ну что, парни, это для вас было снято. Потом подрастете, посмотрите, что когда вы тут творили. 17, когда будет стыдно. Да что стыдно, не будет стыдно. Еще? Давай еще. Ничего не давит, не жмет, не, нормально все. Зато весело, Арина, смотри. Папа пришел. Ой, сразу пошли шариться по пакетам. Сразу все троем в пакете. Ой-ой-ой, Тёма, а ты что пляшешь? Эй. Эй, Артур, что нашел интересного? Сок? Вау, ну это интересно. Тёмочка, что с тобой такое? Вот, папа затарился, да? Жулькин встречал папу, как обычно. Сейчас проверим, что купил папа. Вот сады придонья, сок, который мы любим. Яблоко, виноград, мультифрукт. Кукуруза сладкая. Классно. Молочко. Бананчики, кстати, да, потому что осталось два. Муцу. Смотри, какие желтые классные. И вот это, кстати, очень вкусно. Есть ее свои. Все? А, там еще не все. Что там вкусно? Она Максим стукнул меня в кривую. И сделал мне так вот. И арбуз. Боже, он такой огромный, обалдеть. Да. Мы обожаем арбузы. 10 рублей. 5 часов. Сейчас покушает папа и пойдем уже гулять, как обычно. Да, все на этом? А что-то еще, по-моему?
По-моему, мои заказы закончились уже. Нет, ты что вообще-то? Нет? Нет, еще кое-что заказывала. Ты заказывала снеки. Ага, конечно. Я не заказывала никакие снеки. Да. Что ты набрал? О, чаек иван-чай. Да. Я, наверное, уже показывала очень вкусный чай. Ты просто иван-чай. Чечевицу. Красную чечевицу, да. Похоже, да, на американский, да. Это я себе купил. Смоки. Что это? Смоки. Что, да, это я с детства мечтал. Что это? Цифровой мультиметр? А что мерить? Все, батарейки. Электричество. Там. Ничего себе, он все подарки тут делает, я не поняла. Для работы. С детства мечтал. Да, для работы на участке? Нет, с электроникой для работы. Это смотри. Это я не знаю, что это вообще. Это похоже на американский. Все, кстати, очень хороший состав там. Да. Ты как, большой парень в туалете, да? Там на унитазе детском сидит? Ничего практически нет. А что там из чего? Это кукурузные снеки, флипсы с арахисом. Почитай состав. Кукурузная крупа, арахис 22%, растительный жир, соевая мука, соль. Все. Все? Да. О, классный состав, кстати. Похоже. Ладно. Ну что? На американский чипс. Ну, открой, когда ты будешь пробовать. Все? Ну, все. Что? Давай, давай, уже 100 раз потянулся, молодец. Давай 101. Не хочешь? Ну, ладно. Так, Тёмка убежал. Сейчас остановка, это папина кухня, не отдам. Зачем она себе, холодно? Ох, ты что там делаешь? Эй, 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 эй. Где? Короче, надо за ним идти. Пошли за кол. Тёмочка, что за полежанки у нас тут у детей? В общем, детишки у нас отжигают тут. Эй! Валяются где хотят. Прикиньте, какая свобода классная. А мы их за это не ругаем. Тёмка! Тёма! Да! Да! Что? Куда? Отыграются. Мы уже дома, гуляем мы допоздна, уже почти 9 часов только пришли. Дети прибежали, голодные. Хорошо, что Арина, я попросила, сделала норки наши любимые. Сейчас сидим с ними и лопаем. Так что вот такой вот у нас ужин, и у детишек тоже. И будем мы их спать ложить. Артурчик, тебе нравятся роллы наши? Да. Вкусно? Артурчику очень нравится. Тёмка тоже полюбила, мы с Ариной очень любим. А Вова как-то не очень, да? Не люблю. Вова не любит. Вова не любит нори, этот рыбный вкус. Не дает рыбы. Ну, вот так вот. А нам нормально. Так что вот так вот.